На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке установлена новая воркаут-площадка. На реализацию проекта, поиск спонсоров, проектирование, закупку и монтаж ушло больше полугода. Администрация Владивостока выделила земельный участок в сквере, остальное – заслуга сообщества «Про жизнь». У нас это два направления нашего сообщества – арт-объекты и воркаут-площадки. Собственно говоря, так и зародилась идея создания данной воркаут-площадки с определенным смыслом. Люди могут приходить и делать себя не только сильнее физически, но и духовно. На площадке установлены лесенки, канат, кольца, брусья, рукоходы, шведская стенка, скамья для упражнений и лавочки. В честь открытия в сквере прошли спортивные конкурсы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.